Адриан, я просто не могу перестать обнимать тебя. Ага, вот прям вот то же самое. Ёбаный йод. Что делать? Откуда маска? О боже, Маринет, думай, что делать? Эй, у меня предложение. Давай сыграем в одну игру. Главное условие – не открывать глаза. Знаешь, я согласен. Мари? Кот? Едь домой без меня. Похоже, что она сильно ударилась, и я лучше провожу ее. Ладно, давай пойдем в дом. Слушай, Леди Баг, то есть Маринет. Мы оба сейчас в шоке, но нам нужно зайти в дом и Я не знаю, я не могу. Нет уж, кот, я только что узнала, что парень, с которым я целовалась, оказался тем самым котом Нуаром. Тем, который с Леди Баг и... Маринет, слушай меня. Перестань орать и пойдем уже внутрь. Мы же не хотим, чтобы люди услышали твои крики. Не думаю. Ладно. Подожди здесь минутку. Мне нужно кое-что убрать. Ты имеешь в виду постеры с Адрианом, которыми увешана вся твоя комната? Да, то есть нет. Мне просто нужно убраться. Ты можешь войти. Это что-то новенькое. Точняк. Я даже и не знаю, что нам делать. Ты никогда не знаешь, что делать, обжора. Эй, ты договоришься, Сахарок. Значит, такого прежде не случалось? Вообще? Похоже, что вы единственные, кто видит эти маски. Но я не понимаю, как и почему они появились, и как это вообще работает. А может нам спросить мастера Фу? Видимо, это единственный выход. Блэк, пойдем к нему. Еще чего? Он опять заставит меня пить какую-нибудь гадость. Ой, а у тебя такой милый Квами. Ха, она мне нравится. Не такой милый, когда клянчит у меня сыр. Я, кажется, поняла. У нас есть в пекарне сыр. Тебе принести? Стоп. У тебя есть камамбер? Ну да. Хочешь? Нет, 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 нет! Надеюсь, что твоя Квами не такая. Нужно вернуть его. Да. А где сыр-то? Голодный. Ух. Сюда. Но ведь это Бри. Вообще-то, это камамбер. Маринет, что ты... О, здравствуй, Адриан. Здравствуйте, мистер Дюпен. Мы просто здесь... Решили взять немного сыра для проекта. Можно? Конечно. Какие у детей нынче странные проекты в школе? А, точно. Нам нужно заниматься дальше. Да, Маринет? Ладно, веселитесь. Что это было? Я оглушитель. А вы сейчас будете слушать меня. И никогда не перебьете. И не будете болтать, когда я говорю. Слушайте только меня. Бегом наверх, закройте двери. Тики, пятна. Так, Кокси. Вот когда ты так задираешь ногу, это... Сказал мистер, посмотрите на мои руки. Вперед! Воу, о боже, какой скандал! Леди Баг и кот Нуар выпрыгивают из одной спальни. Что? Это совсем не... Тебе какое дело, а? А теперь давайте ваши талисманы, будьте так добры. Наш ответ оглушительный, не понравится тебе. Ты меня не расслышал? Эй, мой ответ был смешнее. Кот. Фу, почти достала меня, Леди Баг. Сюрприз.
А теперь внимание! Слушай и запоминай, что я скажу. Сейчас ты отдашь мне свои милые серьги. Большая ошибка. Нам нужно это... Что? Что? А? Все верно. Слушайте только меня. Вы должны отдать свои талисманы. Нам нужно отдать... Супер шанс! Чашка? Ну, теперь мы можем приготовить ей клёвый обед до того, как она нас убьёт. Нам надо по... Эй! Будь осторожна. Ты нужна нам. Похоже, что Акума в ее ожерелье. Рада снова встретиться с тобой, котик. Мое почтение, мадемуазель. Нам нужно обсудить план. Готовы? Эй, оглушитель! А как тебе понравится слушать ее? Замурчательно сказала моя леди. Это стиль. Учись, кот. Ага, только леди Бэк так может. Можешь поймать? Кот Нуар, ты же знаешь, что да. Пора изгнать демона. Попался. Пока-пока, маленькая бабочка. Чудесная леди Баг. Я идиотка. Дело сделано. Не переживай, все в порядке. Я думаю, что люди, из-за которых это произошло, не хотели такого. Это вышло случайно. Моя леди права. Я уверен, что это было просто недопонимание. Люди могут говорить и делать разные вещи, но очень часто не понимают, что творят на самом деле. Поверь, я знаю, о чем говорю. Я наорала на нее. Я была так зла. Она, наверное, ненавидит меня. И это... не исправить. Луиза! Она не выглядит злой. Слава богу, ты в порядке. Правда? Конечно! Я мчалась сюда через весь город. Я так беспокоилась о тебе. Прости меня, Белль. Нет, ты прости. Я обещаю, я всегда буду внимательна к тебе. Леди Баг, а ты сейчас превратишься обратно. Ты тоже, кот. Стойте, вам нужно забрать мой талисман. Отнеси его в пекарню. Что? Серьезно? О, да, в пекарню Дюпен Чен.
Куда-то туда. Я верю тебе. Ну а все, кто хочет продолжения, ставят лайки под этим видео. Посмотрим, сможем ли набрать 10 тысяч. А прочитать его можно уже сейчас на Ледиблоге. Ссылка в описании. Спасибо, что смотрите. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До встречи!